У нас 15:00, 10 ноября. Песок уже огненный на пляже. Народ купается. Очень классное море. Сегодня волны, но там дальше вон прямо такие волны метровые. Но у нас они тут после волнореза практически никакие. Народу много на пляже. Пока еще не закрываются. Ну, пирс вот уже от Азора дают. Уже разбирают.